предоставляет последнее слово. Уважаемые судьи и все присутствующие, день футбольного матча между командами «Шахтер Донецк» и «Металлист Харьков» стал последним спокойным днем моей жизни. После этого начались в отношении меня, не побоюсь этого слова, правды со стороны прессы и СМИ. Средства массовой информации, интернет – это и давление сверху. Это было связано с многочисленными жалобами, которые писал Каченко. И сразу, когда это дело было только, оно принимало свое начало, кругом было написано, что Каченко – это инвалид второй группы детства, это фотокорреспондент. И все это имело данные, эти обстоятельства имели освещение в средствах массовой этой информации. Журналисты вели в течение 5 лет эту работу. Все-таки, как-никак, работа журналистов – это огромная ответственность и социальная, и возможность напрямую общаться с миллионами людей и говорить только правду, все это добро. Но в отношении ко мне этого не было сделано. Ну, вернемся к нашему делу. После звонка из пресс-службы мне стало известно, что я якобы избил фотокорреспондента Ткаченко Игоря. И обратите внимание, как это написали в прессе, во время футбольного матча. Вот. Об этом много, сейчас пишут и говорят, и перед этим, и сейчас. Но на стадионе в тот момент было 25 тысяч человек. 11 тысяч было в той зоне, где якобы предположительно я избил Ткаченко. Ни одного свидетеля, ни одного человека, который это бы видел. 1000 работников милиции, СМИ рядом были, телевидение, и нигде ничего нету. Это вроде как я был в шапке этой, это на невидимке, и подошел, и сделал непонятно это на теле. С того времени прошло много времени, у меня было время многое переоценить и переосмыслить. Вот. Ну, даже в предыдущем заседании, вот государственный, обвинитель в своей речи сказал назначить мне наказание. Это понятно, что для прокуратуры нужен только лишь этот обвинительный, этот приговор, а это доказать справедливость и вину, это никому не надо. Ну, я не хочу сейчас возвращаться к юридической стороне этого дела. Вряд ли сегодня кто-нибудь уже захочет это слышать. Действительно, били, не били, были, не были. Но факты сам и подтверждает Ткаченко о том, что ходил, не ходил, был, не был. Вот. Также я хочу обратить внимание суда о том, что у меня не было причин даже и наносить Ткаченко какие-нибудь повреждения. Вот. И после этого всего это был единственный шанс у Ткаченко не лишиться этой аккредитации клуба «Шахтер», потому что он остался бы без работы и без дела. Вот. И он это дело использовал очень умно и при поддержке СМИ, но оказал давление и на киевский РОВД, и на прокуратуру Киевского района своими заявлениями и письмами. Вот. Ну, многие люди это отнеслись и положительно к этому делу, не оклеветали это на меня и сохранили человеческое достоинство. Вот. Хотя меня и ввели в заблуждение в Киевском РОВД и, повторюсь еще раз, понудили это на меня признать свою вину. Вот. Я отказался давать показания, потому что не наносил ни телесных повреждений, и я не мог давать никакие показания по этому поводу. Вот. В Киевском райотделе меня убеждали в том, что всем будет лучше, если признаем вину. И в подтверждение этому написанное заявление, где я не возражал против прекращения уголовного дела, это страница 145 моего дела. Вот. Также я хочу обратить внимание суда
что о нанесении телесных повреждений Ткаченко проводились вопросы. И хочу это обратить внимание суда на то, что и в документах есть, что Ткаченко является инвалидом второй группы детства. И согласно этому у него могут проявляться многие причины, которые могут приводить к тому, что он может и оклеветать, и оказать все, что хотите. Это в этих документах приложено, надо учтить, прямо указано выводом СМЭ от 20 марта 2008 года, лист, 84. Вопросов в суде было много, на которые не обратили внимания по отношению ко мне. Это и повторная медицинская, экспертиза от 17 января 2012 года за номером 241 о том, что эти телесные повреждения у Ткаченко были выявлены анамнезическим образом, то есть со слов самого Ткаченко. Учитывая все вышеизложенное, экспертной комиссии нет основания сказать, что Ткаченко был удален именно в указанный срок и были ему причинены какие-то либо повреждения. Но этот факт не был не принят во внимание. Прокуратура до последнего, не обращала на это внимания, и я не знаю, грубые эти ошибки или боятся последствий. Еще раз прошу обратить внимание суда о том, что все-таки стадион был не пустой, и в то время находились люди. Почему нет ни одного свидетеля, ни со стороны потерпевшего, ни со стороны моей, чтобы видел это? Люди опрашивались, но, может быть, кто-то и сказал что-то, но это не попало в материалы уголовного дела. Кстати, многие видели, что происходило и на поле, и возле поля, но не принято во внимание. Напрашивается простой вывод простого человека, что привлечь и осудить могут любого, и ты не доказал даже этой вины. А права надо защищать всех, и потерпевших, и не потерпевших. Пока я перед вами в зале суда, у меня есть надежда, что все-таки приговор будет вынесен справедливый, и ошибка в процессе приговора будет исправлена. Я хочу, чтобы все поняли, что независимый суд стал реальностью и буднями в нашей стране. Все понимают, что приговор по этому делу, каким бы он бы это ни был, он станет частью истории, и более того, будет и наши имена останутся обвинители и судьи в этом процессе. Все. Благодаря соответствующей документации, я постановление приговора.